Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Стройгарант Анапа». Сегодня нестандартный ролик. Обзор дома 90 квадратов, и мы не в ЖК. Станица Гастагаевская. 20 тысяч жителей, большой культурный центр, дом культуры, стадион, музыкальная школа и многое другое. Все для счастливой жизни. Давайте посмотрим на дом изнутри. Большой приусадебный участок, дом уже огорожен по периметру, по всему периметру, обратите внимание, евроштакетником, очень красивых серых оттенков. Пути подъездные и дорожка забетонирована, и подъездной путь для вашего автомобиля тоже забетонирован. По пути следования уже есть красивые декоративные светильники, они зажигаются с датчиком движения по пути вашего следования к дому. Дом снаружи выглядит очень красиво, напомню, он полностью готов к сдаче. Заходи и живи. Очень красивое крыльцо, здесь находишься, и очень такое состояние умиротворенное, спокойное, хочется здесь находиться. Смотрите, уже есть кованые перила, красивые светильники, они загораются от датчика движения, и есть просто осветительный прибор на самом навесе. Друзья, если обойти дом вокруг, вы увидите, что уже все коммуникации здесь есть. Электричество 15 киловатт, в доме газ и индивидуальный септик, он переливной, состоящий из двух колец, это очень удобно. По периметру отмостка метровая традиционно. Отливы, друзья, мы вам еще дальше об этом покажем, отливы уходят сразу же в землю, отводя воду подальше от вашего дворового участка. Друзья, если пройти по периметру, вы обратите внимание, что дом отделан красивой штукатуркой Баумит, вы ее наблюдаете в наших роликах. Очень красивые окна, смотрите, стильные перекладины. И самое главное, цоколь отделан не штукатуркой, а камнем, это смотрится очень красиво. А самое главное, это очень практично, друзья. Дом, конечно же, утеплен. Под штукатуркой, под красивой штукатуркой Баумит находится утеплитель, и он в данном доме нестандартный. 80 миллиметров, это очень толстый слой, холодно в доме не будет. Здесь на углу дома можно наблюдать систему слива. Посмотрите, труба утоплена в фундамент и отводит воду с вашего придворового участка. Отсюда же можно попасть на террасу, она необыкновенно красивая. Также нестандартность дома в том, что на террасе пристроена котельная. Идемте посмотрим. Терраса необыкновенно красивая. За территорией находится река, и вы можете услышать пение птиц. Ну, находиться тут просто сказка. Терраса просторная, посмотрите, уже сваренный и окрашенный в белый цвет перила, это очень стильно. Светильники, напомню, зажигаются от датчика движения, то есть нажимать на кнопочку вам не нужно, хотя дополнительные осветительные приборы есть, но лучше их вечером не включать. Тут необыкновенно романтично. С террасы можно подняться на чердачное помещение этого дома, оно здесь объемное, 90 квадратов. Посмотрите, традиционно в каждом ролике мы показываем, что открыть чердачное помещение можно простым приспособлением, просто установить его в разъем наверху, оно встроено в потолок, опускается лестница, и вы уже на чердаке своего шикарного дома. Дом 90 квадратов, плюс 6 квадратов, терраса и котельная, которая, как мы уже говорили, пристроена на террасе. В данный момент используется как складское помещение, но уже стены окрашены в красивые приятные тона. Посмотрите, установлен котел, здесь же система управления теплым полом и все электрические датчики, посмотрите, согласно газовым нормативам, установлен сигнализатор загазованности. Мы попадаем в дом со стороны террасы, сразу же заходим в кухню-гостиную. Друзья, еще раз обратите внимание на красивые окна с пластиковыми переплетами, в народе их еще называют французские окна, очень красиво смотрится. Просторная кухня-гостиная, но весь пол без ламината уложен плиткой. Стены уже оклеены обоями во всем доме, потолки 3-10, друзья, очень просторный дом. Итак, зона кухни, в кухне-гостиной, посмотрите, в ней уже установлены все розетки, не только выводы, но сами розетки установлены. Для газовой плиты выход газа тоже здесь имеется, выходы для электроприборов, посмотрите, коль здесь будет газовая плита, сигнализатор загазованности тоже установлен, обязательно по всему периметру есть диффузоры, вентиляция основная, то есть все это присутствует. Зона гостиной просторная традиционно, выключатели, розетки, все здесь есть. Если с этой стороны располагается диван, то здесь обязательно висит большой телевизор для всей семьи. Из кухни-гостиной мы попадаем в самую красивую спальню с эркерным окном, их в доме 3. Спальня с эркерным окном 17 квадратов с видом на фасад вашего дома. Друзья, если посмотреть на нашу брошюру, дом очень красивый и как будто сошел с брошюрки нашей «Стройгарант Анапа». Вот прямо точь-в-точь, не хватает только цветов.
Фальш-панели очень красивые, вид шикарный и тоже слышно, как птицы поют, воздух необыкновенно чистый. Покажем еще две спальни, они 13 и 12 квадратов, не такие светлые, как спальня с эркерным окном, но тоже очень красивые. Коридор 6 квадратов, он сразу же вот при входе в ваш дом, отсюда же мы попадаем в две спальни и санузел. Давайте посмотрим одну из них. Пол уложен ламинатом, ламинат с защитой от истирания 32 класса, красивых серых оттенков, обратите внимание, и обои во всем доме тоже серые, универсальные, как я уже говорила несколько раз, под любую расцветку мебели. Друзья, 3-10 потолки в каждом доме, потолки натяжные, матовые, как я отсюда вижу, 4 диффузора по периметру, есть вывод под осветительные приборы, под люстру в центре, и, конечно же, все розетки и выключатели уже присутствуют. Прихожая в доме 4 квадрата, она отделяется от дома красивыми пепельно-белыми дверями, входная дверь изнутри тоже белая, она еще в защитной пленке, ее снимет уже хозяин дома. Отсюда же вы почувствуете, что начинается в доме теплый пол, он проложен во всем доме, и система управления электричеством тоже отсюда же. Щиток объемный, когда мы посмотрели внутрь, сразу оказалось не все понятно, но я думаю, что хозяин дома разберется. Посмотрите, какой здесь объемный, грамотный пульт. Сразу видно, что работали специалисты. Здесь же два осветительных прибора. Есть розетки, возможно, даже уже с прихожей вы захотите поставить себе кондиционер. Санузел в данном доме 6 квадратов, друзья. Он уже отделан керамической плиткой. На полу красивый керамогранит, оттенки натурального камня. Очень красиво, светлый санузел. Чего нет в данном санузле, это только сантехники. Посмотрите, уже установлен радиатор, система теплый пол, естественно, присутствует. Уже висит полотенце-сушитель для ваших полотенец. Стекло с матовой вставкой открывается очень легко. И здесь же слышно пение птиц, друзья. Можно купаться и слушать птичек. Очень здорово. Потолки такие же очень высокие, 4 точечных светильника, это традиционно матовый потолок и, конечно же, система принудительной вентиляции. Под какие-то электроприборы, под ваши фены или, может быть, что-то еще захотите здесь установить, розетки тоже имеются. Друзья, сегодня мы рассказали вам о доме в свободной продаже. Он 90 квадратов, находится в станице Гастагаевской, на окраине села Лес. Ставьте баньку, друзья, веники для вас будут бесплатные. А самое главное, позвоните нам. Не грандиозная цена для шикарного дома в красивом экологически чистом районе.